посмотреть, что принесет нам прибой. О, кстати, что интересно, там же вот этот комбо-дека черно-синяя, которая через Пирн to the Abyss играет. В целом, если она будет успевать выживать, там не так много способов с ней бороться у всех этих адвенчер карт, колод. Так, ну, лисица пришла, это сразу оставляем. Поехали. Блин, 100 лет уже этой декой не играл. Ну как 100 лет? Пару недель. Я думаю, можно сейчас попробовать на ладере катану через Пирн to the Abyss, вот ту деку взять. Она к 20-21 стандарту как раз готова. Так, если там Adventures опять, то... А, ну хотя бы так. Хотя бы так. Ну, отлично, Зенит Флеер дошел. Поехали, надо добирать синюю ману. Че, под незатапленную ману оппонент будет лисицу блокировать? Ну, правильно, не надо это делать. Кстати, интересный вариант через Go for Blood забрать вот эту тетушку. Я думаю, надо быстрее сайклить. Че, неужто первое за сегодня не Adventure Spells дека? Удивительно. Забрать эту кошку, что ли? Можно было бы эту дамочку забирать. Да, интересно, конечно, оппонент отыграл. Рейнджерс Гайл. Это Уро. Тут сайклить акулу за 0 не имеет смысла. Лисица все равно отсыхает. На следующий ход ее поставим хотя бы на 3. Триом.
Думаю, отдадим ход. Посмотрим на действия оппонента в зависимости от ситуации. Ну, либо акулу можно будет выставить, забрать кого-то там в атаке. Посмотрим на действия оппонента. На действия оппонента. То есть так-то вот эти две штуки сайклим, два дамага туда. У оппонента 11 остается. Зенит флеер уже летит на 7. Довольно близко. Не будет никакой атаки, да? Не, ну акулу тогда на все деньги. Фея желаний. Фея желаний. Это интересно. Мана. Так, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Феи желаний мы можем поднять Угина. Не, ману надо оставлять. Трем надо сайклить, оставляем туману. В сайде на самом деле лежит вулканик гейзер. Если его поднять, он летит на 1, 2, 3, 4, он на 5 дамага туда летит. Плюс у нас есть зенит флеер на 7. То есть в целом 12 дамага мы можем сносить там. Я думаю, стингер уже отыграл свое, и он тут нерелевантен. Да, интересно. Я что-то прощелкал этот момент. Блин. Ну, это зевок был, короче. Я вот эту штуку прощелкал, что там она умеет всем плюс икс дать. То есть, если... Если бы я про это не забыл, то не надо было акулы в атаку бежать, оставить ее на блоке. Там всего лишь на 14 бы урона. Ну, или можно было просто зенит флеер туда кинуть, отличиться. То есть вот эта игра была отдана чисто из-за зевка. Это был эпик фейл.